Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Здравствуйте. Добрый день. Все привыкли, что библиотека – это место, куда можно прийти, почитать книги, но сейчас это не только так, наверное. Что представляет из себя библиотека 21 века? На самом деле библиотека остается библиотекой. И мы очень любим и ценим, когда к нам приходят за книгами. Слава Богу и слава нашим читателям, что и в это сложное время, окрашенное красками пандемии, коронавируса, к нам приходят читатели прежде всего за книгами. И это главное предназначение библиотеки. Правда, они берут книги, и это уже новые форматы, не только в бумажном варианте, что делают чаще, но и могут обратиться к электронным источникам, к книгам на электронных носителях и заказывают эти книги, документы и их читают. Но действительно библиотека сегодня – это не только дом, где любят и читают книги. Библиотека – это открытое, большое, красивое, нам хочется надеяться, нам об этом говорят читатели, пространство, где мы создаем хорошие возможности, удобные пространства для реализации творческого потенциала всех тех, кто к нам приходит. Поэтому библиотека сегодня – это место для умных, думающих, талантливых, одухотворенных людей разных возрастов, людей, готовых меняться, учиться, открывать для себя что-то новое или рассказывать о себе. Вот почему библиотека – это сегодня и деловой центр, это центр общественной жизни, центр культурных инициатив и творческих проектов, это центр для детей, молодежи, людей старшего возраста, это образовательный центр. Поэтому всего много разного на разные запросы предъявляет, готовит сегодня библиотека. Говоря о самых ярких событиях уходящего 21-го года, какие они были, что вот такого яркого? Действительно, когда мы немножко откручиваем назад и вспоминаем этот сложный, драматический и трудный год, мы вдруг обнаруживаем, что мы сохранили, реализовали все задуманное. И наши традиционные проекты, которые уже любимы нашими читателями и посетителями, и появились новые идеи и новые события. Я вспоминаю вместе с вами, конечно, такие проекты этого года, и могу их назвать. Это наш традиционный проект «Форум «Наука побеждать». В этом году это был молодежный патриотический форум, в котором приняли участие представители нескольких субъектов Российской Федерации. Это был замечательный проект, реализованный уже по традиционной, уже ставший традиционный проект «Форум древних городов», деловая часть которого проходила у нас на площадке библиотеки. И мы смогли привлечь к просмотру событий этого форума не только тех, кто реально был в зале, а было и очное участие, но и тех многочисленных наших зрителей, которые смотрели события форума, конференции форума, мировое кафе, практики работы по сохранению историко-культурного наследия, которое транслировалось на зарубежные страны, и участниками форума стало несколько десятков тысяч человек, благодаря трансляции, которая велась из залов библиотеки. Мы очень любим этот форум. Он развивается и меняет форматы, и творческая программа, и деловая часть. Он был в этом году в четвертый раз. Мы очень любим
И не только мы, но и наши гости, наши читатели очень любят наш замечательный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Это был в этом году октябрьский проект. И в октябре у нас в библиотеку приехали издатели из более чем 30 регионов. И был замечательный конкурс книги. «Книга года». Прекрасные издания представлены были на этом фестивале книжном, который пользуется очень хорошей репутацией. И замечательный праздник мы отметили в этом году по традиции уже, но он состоялся. Это праздник в честь Общероссийского дня библиотек. В этом году он получил особую краску. Наша библиотека стала лучшей, получила диплом Министерства культуры Российской Федерации за вклад в развитие библиотечной отрасли России. И, конечно, событием этого года, самым важным, самым значимым и самым трудоемким, можно сказать, стало участие библиотеки в организации проекта по реализации национального проекта «Культура». В библиотеке был создан центральный офис проектный, и мы координировали вместе с правительством Рязанской области, Министерством культуры и туризма деятельность муниципальных библиотек по созданию библиотек нового поколения. Так вот, могу сегодня с радостью сказать, что Рязанская область по числу открытых библиотек нового формата, инновационных библиотек нового поколения в Центральном федеральном округе занимает первое место. До конца декабря у нас откроется еще 5 библиотек. Таким образом, 16 библиотек в нашем регионе за 2 года приобрели уже статус библиотек нового формата, нового поколения. Это огромная работа, которую провели наши коллеги в муниципальных образованиях Рязанской области. Огромная работа и поддержка со стороны Российской государственной библиотеки, Министерства культуры Российской Федерации и, конечно, огромная работа правительства Рязанской области и Министерства культуры и туризма Рязанской области. Только благодаря вот этой совершенно новой, сложной и очень важной работе мы смогли привлечь и финансовые ресурсы Федерального центра на развитие библиотек, муниципалитета и регион вложились, и у нас появляется вот такая новая палитра, новый образ библиотек. Теперь не только библиотеки имени Горького, но и вот этих 16 муниципальных библиотек, как на селе, например, в селе Пихлец Кораблинского района только что будет в ближайшие дни открываться библиотека, в городе Ряжске, в селе Баграмово, в городе Рязани откроются такие библиотеки. Вот такой замечательный проект. А в этом году еще библиотека заявила о себе как об издательстве. Расскажите об этом поподробнее. Да, это очень важное событие. Мы его очень любим и гордимся. Библиотека, участвуя в фестивалях на Красной площади, в Манеже, представляя регион, испытывала желание самой стать не только пропагандистом книги, работая с читателями, но и представить результаты своей исследовательской, научной и издательской деятельности. Вот почему мы гордимся тем событием, что в рамках празднования юбилейного года Василия Михайловича Головнина и в рамках вот этого события об открытии библиотеки как издательства, мы смогли завершить большую работу, 6-летнюю работу по исследованию библиотеки Василия Михайловича Головнина и Александра Васильевича Головниных и создать каталог
Головниных. Это двухтомное издание, в которое мы включили результаты этой исследовательской работы по восстановлению рассеянной коллекции личной библиотеки семьи Головниных. Известно, что они были людьми просвещенными, общественными деятелями, сами собирали книги, были заядлыми библиофилами, но при этом дарили эти книги своим друзьям, путешествуя по миру, оставляли их в подарки. Тем не менее, библиотека была очень многочисленной, говорят, что более 10 тысяч томов. Она рассеялась, окончательно потеряла свою целостность после 1917 года. В фондах нашей библиотеки было чуть более 30 книг, и наши сотрудники, проведя большую исследовательскую работу, к которой мы смогли подключить 29 фондодержателей этой библиотеки, как в нашей области, Рязанский историко-архитектурный музей, заповедник, государственный архив, так и библиотеки, научные центры, музеи из десятка городов России. Достаточно назвать такие библиотеки, как Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, библиотека МГУ, библиотека Эрмитажа, Академии военно-морского флота и ряда других городов. И в результате вот этой шестилетней работы мы смогли создать уникальное научное издание, которое уже под обложкой имеет в наборе. Мы смогли описать и рассказать о 764 обнаруженных нами изданиях. Эту работу вели наши замечательные сотрудники библиотеки Ольга Кономатовна Гербекова, Оксана Олеговна Агапкина, Елена Антоновна Соболева, целый творческий коллектив художников, дизайнеров, наши замечательные фотохудожники проявили себя совершенно удивительно и замечательно. Андрей Николаевич Павлушин, Ирина Николаевна Леонова, дизайнеры, корректоры. Книга издана в Рязанской областной типографии, отпечатанная в Рязанской областной типографии. Это издание получило высокую оценку на профессиональном конкурсе «Книга года» Российской библиотечной ассоциации. Она отмечена высокими наградами. Мы получили признание издательского отдела Русской Православной Церкви. Книга также отмечена дипломами победителей. Мы получили признание на конкурсе книжном в Сахалине. И надеемся, что и ряд других наград и конкурсов также отметят усилия библиотеки. Мы издали трехтомник Рязанского регионального отделения Союза писателей России. И это тоже замечательный проект, и мы очень гордимся тем, что благодаря нашей работе с известным ученым, исследователем, членом Общественной палаты Рязанской области Алексеем Владимировичем Мериновым библиотека издала его книгу «Любовь, похожая на стон». Вот такие замечательные проекты. До конца года и уже издан, вернее, и календарь знаменательных дат, и материалы научно-практических конференций, наши традиционные издания. Так что наш издательский отдел набирает обороты, сформирован заказ, такой издательский портфель на 2022 год, и материалы уже у нас имеются, и у нас впереди интересная работа. Наталья Николаевна, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.